Уже ко дню благодарения все приготовили. Видите, оранжево-желтое. Тыквы, перетыквы. Все уже. Комфортеры. Мы хотели посмотреть комфортеры. Да, там на постель. Покрывало на постель. Комплект. Комфортерс называется. От слова комфорт, да? Комфортерс. Ой, так, ну вот такое они сейчас делают, что попало. Раньше было, помню, такое и яркое, и не яркое, цветное, красивое, с вышивкой. Сейчас это же дурацкая мода. Пошла вот такая мода. Видели? Покрывало. Ну, дырки видели, да? Вот такая мода пошла. Ничего не купишь хорошего. Хоть жди. Вот там девочки разбираются с комфортером. А не комфортер, все равно, то есть, ну, они отойдут, мы пойдем. Такое, такое все, такое, как село селом. И кто-то ж выдумывает такую моду, да? Ну что вот совсем вот это вот, даже в красивой комнате убери так и ну, здесь еще куда не шло, так еще себе. Ну, я этого вообще нафиг, а? Тут самая красивая это подушка. О, вот это еще, вот видели, вот такое, вот такая ж мода, да? Такая мода. Вот так вот это застели. Гость приедет, подумает, что самую мешковину нашла. Это ж мешковина, понимаете, да? Ужасно. Это $420 комфортер. Я чего вам хотела сейчас показать здесь. Это эта тетка за мной. Она меня или преследует. Вот это. Honey, she's follow us, а? All day, right? Простыни. Простыни, давайте. Комплект. Ну, наволочки с простынями. В Америке все по размерам, по Queen, это этой королева, сайт, сайз, King, Queen, Queen, король, King, King, король, Queen, королева. Все, это детское. И везде пишутся эти, threads, ну, нити, то есть какие нити там. И уверяю вас, что вот все четко. И размер везде одинаковый. Вот если это квин, он будет квин. Если кровать квин продается, то она будет именно квин. То есть все подходит. Говорил этот Задорнов, говорит, они такие тупые, что у них даже наволочки в отелях подходят на подушки, да? Ну. И нити. Нити там пишут. Вот, ну не нити, как это, ну качество. Качество белья постельного пишут. В номерах. Я еще даже их и не знаю, как-то я что-то не это. Но и в этих номерах вот комфорт девки смотрели. Ну, тоже видите, ну что, оно такое бьет в глаза. Нет, не то. И да, вот они стоят, видите. Индийского часто много, американское белье. И оно там под номерками. И там, где оно под номерками, ну это надо вчитываться здесь сзади. И там, где оно под номерками, чем выше номер, тем лучше белье, тем качественнее. И люди всегда смотрят на номер. Меня кто-то когда-то учил, я уже забыла. Ну, а это яичница. Honey, do we need like this, а? Яичницу жарить с бюргерами. Вот. Плитка. Нет, мы такое need. Don't need. Нам не нужно. Need. Нужно. Don't need. Не нужно. Опять эта гадость лежит. Это просто кошмар. Люди покупают на коврики. Люди покупают на Christmas эти подарки друг другу. Эти вот покрывала часто на Christmas дарят. Ну, вот эти, как они, throw называется. Throw это бросить, накидка. Throw. Девочка такая худенькая выбрала такой большой пакет с этим, да? Как она его будет нести, да, девочки? Так, тоненькая. Ой, ресницы, девочки, я ж не видела. Вот такие, не знаю, нет? Вот такие вот. А еще густые, наверное, три слоя наклеена ресницы. Ой, боже, какие ресницы красивые. Вы не можете себе представить, если бы она подошла сюда. Смотрите, какой комфортер. Ну, в этом еще хоть что-то в центре сделано. This is so-so, right? Mm-hmm. Хоть что-то. Да нет, в центре что-то пусто, да? Mm-hmm. Хочется кого-то положить. Не, ничего хорошего нет.
Господи, ушла девочка. Какие у нее листья? Я думала, она ребенок. Говорю, что она таскает эти. Она не ребенок, но она очень тоненькая. Если представить ресницы какие. Вот бы эти ресницы пришли, опять я вам показывала. Вы же носите свои, как дурочки. Вот такие вот. И несколько слоев. Я вам говорю, вот 3-4 купи комплекта комфорта. 40%. О, ну это вообще как. Yeah, ну this tender, nice. Опять тетка это ходит. Слушайте, ну все, пиндец. Она нас вот купит сегодня. Honey, again, this lady, right? She's follow us. Смотрите, комфортер какой белый. Белоснежный. Комфортер. Белоснежный. Он снимается, он на зипе, наверное, зип. Зип это этот, как его, молния. Зипер застегивает молнию. Но, ту зип это хороший этот. Очень нежные, хорошие белые девочки, да? Белые. Желательно, у кого собачки и кошечки. Honey, this nice for people who has pets, right? Pets. Pets. Pets, yeah. Right? Yes, me too. This is nice. Говорит, я и ты. Pets – это домашние животные. Опять белая там. Ну, в общем, белая здесь самая лучшая, как видно. Так. Домашняя утварь. Это эти вот варилки быстрые. Всем советую, покупайте этот фаст-кукер. 50 минут холодец с любыми костями растворяется. Растворяется. Чайник, кофейник. Кофе. Есть кофе? Кофе как бы сон. Окей. А ну пошли, тут еще домашний утварь. Крисмасу будет здесь полно, завалят магазины, особенно домашними делами этим. Это картошку делать фри. Но это в Америке я такое делать не буду. Ее и так здесь хватает во всех фастфудах. Картоха это. French fries, I mean. French fries называется. Французский fries. Фрай вообще поджаривать. Называется так вот эта картошка, соломка. French fries. Это не надо. Honey, кушай. Honey, eat. Это не кушай. Не натуральное. Поэтому я, honey, отдаю. Были бы натуральные. Сама съела. Let's go, honey. What about that? Is it again for potato or what? This one? Okay. Huh? 10 points. I don't know. It looks like it's two compartments there. Two. Actually, one on the bottom and one on the top. Ну ладно. О, рукавица. Все, это тряпочки-подхваточки. Тряпочку-подхваточку тоже тяжело найти. Есть такие нездоровые, что вот, в духовку не залазит. В смысле, объем такой здоровый. Тряпочки-подхваточки. Все пораскидали. Это мы в конце дня. Надо сюда ходить. Комплекторы. В начале дня. Ну вот видите, комфортеры. Ничего такого красивого нету. Ну, вот этот серый еще, так это атласная. Там это просто цветочек. Титотик. Комфортер. Серая. Ну, в общем, испортились они с этой модой. Это вообще. Так слава богу, еще ушло то, что с дырками. И подраные. Были же такие драные, что прямо затяжки сделаны специально, выдергивали. На фабриках. Женщины сидят и выдергивают специально затяжки и делают старым все. Понимаете? Когда вышло из машины изделие, да, то есть, ну, ими душили его, еще посадили баб, которые выдергивают нитки, делают старым. Хрусталь. You don't think grill? Кристалл, кристалл. Кристалл, right, baby? This набор. Так, ну ладно, это мне все напоминает... Как у нас в Советском Союзе. Honey, come to see this. Ой-ой-ой-ой. How do you like? Is it for a microwave or not? Can we use, no?
Тенилит. Макровейб был. Yeah, помните, я вам говорила? Honey saves. Вот, макровейб. Макровейб. No, microwave able at the end. Microwave able? No. Microwavable. Yeah, say, say, say. Microwavable. Кошмар. Microwavable бы. Microwavable. Microwave это микроволновка, да? А microwavable, о, мама родная, даже не скажу. Это способная в микроволновке жариться, ничего с ней не будет, да? То есть для микроволновки. И вот слово очень хорошее получается. Макровейбл или микровейбл. Макро большой, микро маленький. Вот. Ладно. Honey plates, right? This макровейбл. Oh, this nice, this not heavy. Butterfly, бабочки. Как это так называется? This beautiful, а? Бабочковая посуда. Да не такая она легкая, но легче, чем light, right? Nice. Yes. But no small plates. Like these plates. I guess this plates here would... Where is this one? Ah, this yeah. Plates, but... But why is it not open? Mm-hmm. Сейчас что-нибудь разобью. Ханя, ну... Yeah. Но и чашечки такие. Ой, там внутри пчелка летает. Пчелка, муха. Нет, пчелка. Нет, муха. Девочки, муха в чашке. Honey, fly inside, do you see? It's real, don't it? Fly, муха. Хорошие, ну чашки маленькие такие. Не про то и не про это. Хорошая вот эта, butterfly. Yeah, nice plates, huh? Оно open. Ну, это десертная тарелочка. Изи. Баттерфляй. О, это блюдца. Ой, какие хорошенькие. Какие они. А кто делал-то? Where is they made? Where? Who made? Lennox. А? Lennox. Это Америка? Yes, yes, good brand. United States. Good brand, right? Red Lennox. Good brand, американский. Но они вот такие маленькие, большие тарелки. Does it have big plates? No big plates. Well, looks like, it's, looks lower, like not. Lower here, maybe. Такое красивенькое все, да? Maybe this one. Ну, вот эти вот вяз подсолнуховые, эти ужасные. Нет, подсолнуховые нет, расцветка. Так красивенько, да? Ага, ну вот такой у меня ерунды полно тоже. В любом этом чайник. Вам видно там чайники? Вот это не макровый был, потому что золотинка вокруг. Это металлическая набрызг. С этим набрызгом они не идут в микроволновку. Ой, я ее вот так поставлю, потому что я боюсь ее разбить. Что вот это? О, это такая чашка. О, господи. А что ж она не стоит-то? Honey, do you see this one? Nice, huh? Wow. Heavy. This not heavy. This a little bit more heavy. Yeah. A little tricky, isn't it? Yeah. I always see. Very tricky, a little bit tricky. Хорошее слово. Tricky. Как же по-русски tricky? Очень хорошее слово. Сейчас ты раз. Как же tricky? Ой, какое слово хорошее, вы не можете себе представить. Tricky. Он сказал, a little bit tricky. Крутит крышечку, а там, знаете, такой пестик, который попадает, да, ну, в чайнике знаем, да, который надо попасть, чтобы накрыть ее сверху. А он не попадает, да, и вот надо крутить, чтобы попасть, да. Так вот, он говорит, о, a little bit tricky, ну, господи, аналог русского, даже не могу. Вот это что такое? Какая чашка удобная. Ой, какая классная. Honey. А здесь bigger. Здесь больше. Вот такая очень классная чашка. Смотрите, какой дизайн, да? Honey. А ну, come here for чашка. Вот это такой.
Крики, как же ж игра. Ну вот с секретом или ну, take this cup, nice hold, out. Nice, а? This is cute. Yeah, this nice too for coffee. This like piece of some cake, right? Okay. Uh-huh. Хорошая такая модерновая посудка, да? Девочки в посудку играли. Вы играли в посудку, когда были маленькими, нет? Вы до сих пор играете, уже в печенках стоит посудка. Не так ли? О, это посудка. А, тяжелая. Мама моя, это, наверное, дешевка. Yeah, maybe big plates over there. Like, no, big pot, yeah, no, let's see. К этим баттерфляйкам. Хазбан пошел скан здесь делать, сколько стоит. А это ж это? Это с такой крышкой, да? Кофейная чашка. Крышка. One bowl is $23. Only $123. $123. I cannot believe. One or collection. No, это с коллекшн. $23 одна, говорит, тарелочка. В смысле, совсем это? Неправда. Блин, а что здесь имелось в виду, что здесь дырочка? Ложечку туда, да? Нет? Если ложечку вставишь, ложечка будет торчать. В глазик попадет ложечка, когда будешь пить. How much? Ну, никто не знает. Вот коробка. Оно бакс, хани. О, 79. 79. Four net bucks. А кто делал? Made? What are you made? I don't see. Ну, let me see. Индонезия. Понятно, все. Но у нас ничего в Америке не делается. В Индонезии сделали. Да. Does not matter. Он хочет сказать. Перевожу, еще ничего не сказал, уже перевожу. You mean does not matter who made, right? Exactly. Yeah. It depends, вот слушайте, насчет американского производства, это многие, что попало, там нам пишут. Does not matter, говорит, неважно, где сделано, depends of material and quality, это проверять прайсы, да, машинка? Depends of material, зависит от материала и качества изделия, потому что все равно материалы, все дела посылаются туда, в Индонезию имеется в виду. Поняли. Это мы не знаем, да, няньки? О, Новый год. Ханя, Крисмас. Опять машинка для этого сканирования. Крисмас, Ханя. Господи, уже Крисмас сделали. Крисмас нарядили. Боже мой, у нас сентябрь, 17 сентября. 17 today or 18? 18, maybe. 18 сентября, девочки. У них так вот Крисмас начинается. Поняли, да? Они там сидящие, Деда Мороза, черный, у нас же чернокожий Деда Мороза, сейчас покажу чернокожий. Вот что у вас нету? У вас нету черных кукол, и азиатских кукол у вас нету, и нету у вас чернокожих Деда Мороза, а у нас есть. Поняли? Вот все у вас есть. Мне писали, что вы не показываете, у нас все есть. Нет у вас вот такого. Видите, какой холюсенький, да? Они nice, а? They are, all of them. Ой, какие хорошенькие ребятки. О, говорит, so many guys, столько, говорит, ребят, let's go home, чернокожие сидят. О, холёсенькие, nice, а, honey? Nice to have both. Эти сидят. Вот, поняли? Ой, ёлка белая, какая красивая. Ну все, эти комфортеры берут, наверное, распродажа, может, и там. А может брать ничего, кроме вот этих светлых? А ну ничего светлое, нормальное. Ну там те, которые мешковина, то я вообще... Меня это аж раздражает, не знаю. А ну вроде понятно, кто понимает моду, тот сразу. Ну кто вот работает в этом магазине, например. Они не в этом магазине, но вообще работают торговля. Они там как-то знают эти все бренды, что новое появляется по всем магазинам. Оно может по дизайну, по цвету, по фактуре, по изделиям, по стилю одинаково. Они знают это, что придет к тебе домой. О, скажет, для нее новый комфортер, да, вот только появилась в продаже. Но, кто
кто типа меня, что я за мешковиной не слежу, когда она появилась, поэтому я, если в гости приду к вам, и вы мне вот так вот на мешковине комнату, это я скажу: «Господи, неужели ж ты не нашла мне хорошего, красивого комфортера?» Они стоят у нас и $50, и 60, если 35, когда Крисмас идет, скидки, и 100, ну, разные. Ну, во всяком, ну, есть и в дорогих магазинах подороже, но, во всяком случае, не надо мне мешковину покупать. Вот это я ж вас предупреждаю, если я к вам приеду. Поняли меня, девочки? Понятно? Такое платьице коротенькое. Honey, let's go downstairs, right? Or what? Let's go above down. Так, прошел день. Суббота сегодня. Ну, это вот это вход такой со стороны дороги, поэтому здесь немного машин. А так на паркинг-лоте много обычно. С другой стороны. Nice car he has, right? Yeah. Great wheels. Nice. Так, ну все, до свидания, господа. Побыли мы с вами в Мэйсисе. Лифчики купила. Поняли? Хазбан смотрел размеры, видели, да? Они как-то нет, они как-то в Америке. Я вам говорила, что спрашивает туалет мужик. Иду, может подойти ко мне. Леди, excuse me, do you know, говорит, bathroom. Мужчины даже могут спросить. То есть у них как-то так это вот просто ветер какой-то.